бля. Это уже слишком, ребят. Ёб твою. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутен Палт, а мы продолжаем играть в Subnautica. Да, я в эту игру очень давно не заходил, я уж не помню, что я тут делал. Даже суть практически забыл, но все-таки ее надо проходить. Я подумал о вас, то, что возможно вы ждали новые серии Subnautica. И еще хочу сказать то, что... спасибо за поддержку, спасибо за комментарии насчет Jurassic World, Android версии, там игра такая была. Я ее проходил уж давно очень, где-то в 2016 году или в начале 2017 года, по-моему. А и конкурс уже очень давно был в группе ВКонтакте, и он очень давно завершился. В арке у нас все нормально, мы там продолжаем, у нас уже база довольно обширная. Ну что ж, ладно, возможно, вы скоро ее и увидите, а мы, давай, не буду тянуть резину, перейдем к Subnautica, в которой мы давно не были. Я заметил, у меня тут новый ходик такой есть, я уж забыл, что я тут строил, зачем я тут что-то строил, давай глянем, что ли, что я тут делал-то. Я уж все это забыл. Вау. Да у меня тут аквариум с рыбами. А, во, изучение. У меня тут сталкер плавает. Трусоватый скат. Офигеть. Лопаточник. Давай это все с тобой посмотрим сверху. А, ну, в принципе, прикольно, я тебе скажу. Красиво так. Так, ладно. Давай вниз, перейдем к делу. Сигналов новых не было. Чё? К чему я вообще стремился в этой игре? Я уже нифига не помню, что я хотел, что мне надо сделать. Так, это... Там, это там... Сигналов новых нет, да, да, я угадаю. Вообще, тут у меня что, батарейки эти? О, бортовой журнал. А, выживший мы вас видим. Не, 62-й. Радио не робит, ничего не робит. Давай что ли в этот заглянем. Мотылек. Какая странная модель, а. Ну-ка, дай-ка мне доступ к своему улучшению. Чё у тебя тут? А, усиление корпуса. А, модуль глубины мото-1. Ты сколько можешь? А, на 300. Нет, он не может. Ну, пристыкуй обратно. Нам надо улучшить этот мод. Для улучшения этого мода сейчас гляну, что нам надо. Для улучшения. Так. О как. А, мод 2. Пласталевый слиток, магнитит, эмалированное стекло. Сейчас глянем, что у меня есть. Ага. Магнитита нет. Но тут в основном. Чё? Нет. Ага, и тут нет. Ну и господи, я даже забыл, как что делать. А, пласталиус слиток, титановый слиток, летит 2. Летить. Лети 2 есть. Он делается из титана, да?
забираю титан. Сколько на него там? А, на него вот титан слиток это осталось сколько? А, ну да, осталось 4 штучки титана. 2 штучки. И тут у меня его нет, да? Титан. Незадача. Ну, найди-ка мне, пожалуйста, эти. А, это ты больше ничего не можешь найти. Ну, давай металлолом. Его, из него вроде можно титан делать. Так ведь. Металлолом. Ага, нашел. Идеально, батарейка кончилась. Ну, посмотрим. А, это он, его нельзя достать, я так понял. Необычно, красиво. Так. Так, ага. Нигде нету ни титана, ничего. Ну, вон там вот, короче. Но он в этой хрени. Блин, вот что за место все. Вообще никаких ресурсов не осталось. Что это такое? Титан найти. Нет, найти. А давай я что ли сам попробую поискать титан. Куда он мог деться-то? Сабнавтика игра странная. О, привет. Оба, наверное, титан нужна. Раз. Мне еще второй собак титан. Блин, ну ладно, тут короче. Я могу по нему шмальнуть. И там. Патрон вот эту фигню. Ну что тут? Ничего нормального не могу найти. Мне же всего лишь нужен еще один кусочек. Да, но... Это что такое? Так прикол. Аж из воды выходит. Так, тут. Мне ж всего лишь нужен титан. Дайте мне то, что я хочу. Пожалуйста. Чё-то нифига тут нету. Ничего хорошего. Судя по всему, я мог его весь забрать. Титан. Заебись. Титан есть. Пойдем на базу. Что сказать. Сейчас, короче, я делаю этот титановый слиток там. Поставлю. Так. Забираю, забираю. Отлично. Заготовить ресурсы титановый слиток.
Пласт, да, левый слиток. И чё нам там еще с тобой надо? Сейчас глянем. Нам надо... А, эмалированное стекло, точно. Взять про стекло. Кварц, два. Да. Кварц вроде. Вот так не задача. Найди мне кварц. Да, все довольно эпично смотрится. И музыка качающая иногда бывает. Больше всего не нравится то, что тут ресурсы, потом хрен найдешь нормально. Что если ты взял, то ты и взял. Где это? А вот. Хоть комната сканирования помогает. Тоже взял, это возьму. Как она могла вот это поменять потом? Еба, кварца. Офигенно. Вот видишь, она что-то плохо сканирует, заметил? Не все время. Что-то... нормальное находит. Так. О, бля. Это уже слишком, ребят. Ёб твою. Так, нахуй. Мне сейчас пизда в таких случаях, парни. Я уж сколько набрал. А на стекло, на одно стекло. Блять. А. Мне там на два эмалированных стекла, да? Сейчас, короче, подхилимся. Я знаю, где у меня туда аптечку можно взять. Ну, помню еще в основном-то. Где я что тут делал. Так, залетели. Отлично. Аптечку взял. Ну, в принципе, все хорошо, поесть хочу. Все, заканчивай поиск кварца, там моя машина. Так. Я думаю, серия это будет довольно маленькая. А, вот теперь ты, ну конечно, вот теперь она может найти то, что мне было нужно. О боже. Так, ладно, давай, беги. Ран. Налетаю. Луковое дерево. Посадить, слопать. Отлично. Так, тут стекло. Раз, стекло два, стекло три, четыре. Я уже заранее стекло сделаю. Так, где у меня там зубы сталкера? Вот они. Убойная вещь. Эмалированное стекло 2 нам, по-моему, наверное, да? Так, отлично. Это все набрал. Эмалированное,
эта штука. Сейчас надо взять тот модуль, чтобы его улучшить. Так, забираю. Текущая критическая глубина 200 метров, а мне надо 500 метров. Ну, хотя бы 500. Понимаешь, хотя бы 500 метров. Потому что я же знаю то, что нам скоро сейчас придется идти куда-нибудь. Ну конечно. Как знал. Нам не хватает магнетита. Ну давай тогда пофигачим на другую базу. Чё? Магнетита нет. Блять. Хотя с тобой чё? Туплю-то. Тут вроде магнетит в этой был. Мотылёк костюм. Где возможное? Возможное жилище Дегази 250. Погнали. Вот серьезно, тут минная руда какая-то. Так, погнали. Возможное жилище Дегази. А там у нас магнетит с тобой, по-моему, был. Но это не точно. Так. Как-то плавать мне стало. Тут это поконфортнее. Так плавно, все четенько идет. Прикольно так. Плавненько. Так, ну вот я и тут. Что же? Давай, это что у нас картинка красивая. Так, отметку я оставлю. Давай искать магнитик. Тут все кого-то жрут, что-то делают. Так, песчаник. А вот сланцы. Давай возьмем алмаз тоже нормально. Пока не вижу. А, вот. Вот. Так, ну, червь стрёмный плавает. Еба. Нифига себе красиво. Как он цвет-то меняет. Вот это вот я понимаю красивый. Нам надо уплывать уже отсюда. Мы тут уже все, что надо было, сделали с тобой. Теперь давай отсюда фигачим. А вот сейчас вот он у меня какого цвета? Ну, обыкновенного. Не, ну сейчас вот реально вот эта вот моя модель, моделька была красивой. Так, ёбнулся, но самое главное, не повредился, корпус хороший, это хорошо. Так, сейчас тут такое, да? Угу. Ну, поплыли обратно, сейчас ставим улучшение. И можно, в принципе, отправляться на изучение там...
на поиски чего-то нового. Но это у нас с тобой будет в следующей серии, да. Серия, наверное, была для тебя довольно маленькой. Ну, а что ж поделать? Так, отключить, выключить, да? Помню, что. Как эти примите, вот. Вот как. Я тут все вспомнил. Это хорошо. Тань, давай паркуемся домой. База моя прекрасна. Так, теперь... Что мы еще делаем? Ага, снять. Отлично. Плывем сюда, и тут мы с тобой... Что мы с тобой делаем? Я же знаю то, что ты помнишь. Ты жить помнишь? Да, и это правильный ответ. Только мы это не тут делаем. Мы делаем с тобой улучшение глубины. Мотылька. И плывем на вторую базу. Это у нас база будет по выращиванию травки. Гелеобразных мешочков. Они в этой зоне абсолютно запрещены. Так. Давай, поплыли. Отсюда. Глубина 500 метров. Идеально. А че это у тебя 94? Ты же вроде нормально был. Все включено. Поплыли на ту базу, что ж. У нас теперь глубина позволяет. Будем в следующей серии, наверное, искать новые всякие вещи, штуки. Блять, ебать, я сейчас насрал. Запчасти и так далее мы будем с тобой искать. Все, что надо для жизни, короче. В Сабнафтике мы будем с тобой искать. Какие-то ландшафты такие необычные стали. Давно не играл. Так, это сейчас проплыву все, да? Да, когда игра прогружается, то довольно жестко, да. Ёб твою мать! Ну вот что это за пиздец? А, ну здорово, мужики. Вот из-за того, что ничего не прогружалось вовремя, я даже потерялся и ничего не понял, что мне тут как делать. А, знакомое место, да. И вот тут вот у меня вторая база. А, где повыше глубина, я тут в костюме края вхожу, да, верно же? Верно. Питается она немножко, да? Так, мотылёк починить. Я сказал починить, и сверху не включать. Отлично, ремонт завершен. Сюда пришли. Тут мы можем найти кристалл урана. Ящик с данными. Фрагмент источника. Существа, рубин, металлолом. Смотри, а вот жнецов мы сейчас не можем найти. Куда же все жнецы дели? Ну... делись. Ну, конечно же, наверное, я их всех перебил, да?
близнецов. Это ты где? Что? Офигеть! Что сделали? Я даже не понимаю, что происходит. Не могу понять. Судя по всему, мою камеру кто-то, наверное, взял. Жесть, короче. Ну ладно, дорогие друзья, с вами был Тутемпал. Всем до скорых встреч и всем пока. Желаю удачи. И обязательно напиши мне в комментариях, что тебе больше нравится, ARK Survival Evolved или же Subnautica. Обязательно напиши. Ну что ж, с вами был Тутемпал. Всем удачи, всем пока.